хороший перехват мяча. Михаил Сиваков прорывается вперед. Отдает на Бадаяна. Будет ли удар? Комаровский. 1-0. Дмитрий Комаровский забивает первый гол в этом чемпионате. Первый гол Гомеля. Спаса Бадаяна Завина. Случилось это на 26-й минуте. Хорошее начало, и большая часть находящихся здесь нас выносит головой в поле. Шагуйка запускает свечу. Немувака первый. Тоже еще. И Комаровский впереди выигрывает. Сразу же отправляет вперед Савастьянова. Поменяет ли он направление атаки? 2-0. Бадаян забивает после паса Савастьянова. Это была действительно шикарная атака. Может быть, даже таких не было в прошлом сезоне. Уж точно не было в этом. Немывака выиграл мяч около своей штрафной. Сбросил головой на Комаровского. Тот поборолся и в касание пустил вперед Савастьянова. Евгений